Здравствуйте. Меня нарисовал Маркус. Только забыл имя написать. А я хочу познакомиться. Стёртый. Хочешь познакомиться? Ну, тогда, пожалуйста, сначала... Name, please. Нужно тебе имя. Ну, а как я тебе найду имя? Может, тебе помогут... Total Drama! Ну, какое имя ему дадим? Мистер Бин! Ну, нет, не похож я на мистера Бина. Я, может, Алексей? Я очень такой задумчивый. Может, Алексей? Алексей? Это слишком просто. Миллион Лёши вокруг. Ну, Гвен, твоя идея? Я назову Александром. Будешь Сашей? Да. Ой, ну и Саш тоже много. Я хочу что-то оригинальное. Все. Ладно. Зэк, у тебя специальное задание. Тебе надо пройти все эти книжки и найти оригинальное имя для Маркуса персонажа. Да, Зэк, пожалуйста, найди мне какое-нибудь крутое имя, чтобы потом Маркус мог бы написать, кто я. Ну ладно, пока Бернарда не видно. Дим Димыч, о, будешь Дим Димычем? Да. Дим Димыч. Нет, я не буду Дим Димыча. Дим Димыч — это персонаж из Фиксиков. Ясно. Будешь Зайчиковым? No. Нет, не хочешь Зайчиковым? Ясно, пойдем дальше. Подожди, компьютер тут. Оля. Оля. Так, метро. Ничего не понимаю. Будешь W? Нет. Мистер W. Не хочешь быть мистер W? Мистер Z? No. No. Ясно. Пен. Хочешь быть Питером Пеном или Пен Айпл Пеном? Я подумаю. Ну ладно, думай. А мы пойдем дальше. Привет, Молния! Мы ищем тут имя для Маркуса, персонажа. Где нам поискать? Я понял. Нет! Разве я на узкоглазого похож? Мы же в Италии. Нет, я не итальянец. Явно не итальянец. Нет, королеву я тоже не охраняю. Ладно, пойдем дальше. Девочка, дай имя Маркусу персонажу. Девочка! Бихи? Что за бихи? Бихибуль? Какой бихибуль? Какой бихибуль? Я не буду никаким бихибулем. Заяц, что такого смешного мы сказали? Я сказал, что персонаж Бихибуль. Бихибуль? Пока, Заяц. О, Беладонна. Ты наверняка знаешь, как можно назвать этого персонажа. Я знаю, это Фунтик. Где мой поросеночек? Что? Я похож на свинью? Я не поросеночек, вообще-то. И не Фунтик. Нет, 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 я не бяка, я не бука. Маркус меня хорошим нарисовал, никакие не бука, бяка, ясно вам?
Так, значит, кем ты хочешь стать вообще? Magician. А, ты хочешь быть фокусником? Да. Ну так скажи, как его имя? Я не преступник, я не фунтик, я не свинья. А что назвать тебя? Кто? Air hostess. Стюардесса? Стюардессы девушки, а я вообще-то парень. Мужик. Секретари тоже девушки, я же парень. Boy. Вот, я бой. Baby. Нет, не бэйби. Younger brother. Если у меня младший сын, брат, не знаю. Так думай быстрее. Я буду President. Президентом. Да. О, я буду президентом. Дональда Трампа. Ну, прическа у меня не та. Ладно, где еще поищем? В Узбекистане. Будешь Педро? Нет. Нет, ясно. Из Франции. Будешь Жаном? Жан. Не знаю. Так, ладно, подумай. Жетландии имя. Ирвингом будешь? Да. Ирвинг. О, хорошее имя, надо подумать. Ирвинг. Значит, Дим Димыч, Жан и Ирвинг. Пока три имени. Ай, ну, может, в айфоне что-нибудь найдем. Зоотопия. Ну нет, я вроде не зверюшка. Это же фильм. Да, я не зверюшка. Я вроде... Пока-пока, да. Марк Маркес. О, Марком будешь? Да. Марк. Значит, Ирвинг, Марк, Жан и Дима. Четыре имени пока. Тигр. Там тигры. Так, ну... Кого мы тут спросим? Фея, скажи, пожалуйста, как мы назовем этого персонажа? Ну, назваем Ниф-Ниф-Наф-Наф-Нуф-Нуфа. Ниф-Ниф-Наф-Наф-Нуф-Нуф. Я же говорил, я не поросенок. Зебра. Вы уже не зебра. Какая зебра? Вы о чем? Какой еще жираф? Ну вот. Ладно, спросим. О, мама должна знать, как меня зовут, правильно? Давай спросим маму. Мама, как меня зовут? Hello. Да, привет, мама. Как меня зовут? Hello. О, мама. Hello. Мама. Ты меня слышишь? Hello. Ясно. Может, дядя будет знать? Hello. Ой, этот заладил. Hello. О. Что? Я не робот. И не свинья. Сколько раз говорить? Плохая книжка. Bye-bye. Ай, опять тигр. Лунтик, пожалуйста, как меня назвать? Знаешь, Коля, мне кажется, дружба не зависит от цвета самолета. Меня хотят назвать Кузей. Да. Кузя, тоже хорошие. Но есть домовенок Кузя, есть кузнечик Кузя, есть этот вот тролль Кузя. Не, много Кузей. Давай-ка лучше спросим у индейца. Как? Ничего не понял. Мистер Бас? О. Мистер Бумеранг? О, как это звучит? Мистер... Флайинг. Эх, куда мы тут попали? А, тут ферма! Мы в ферму попали! Ужас! Не! Быстрее отсюда!
Ай! Все, 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 быстро отсюда. О, Дед Мороз, Дед Мороз, пожалуйста, как меня зовут? Мистер О-хо-хо-хо-хо! Тебе нравится имя мистер О-хо-хо-хо-хо? Да. Мистер О-хо-хо-хо-хо! О! А давай! Это будет наш общий самолетик. Один на двоих. Антошка. Да. Хорошее имя, Антон. Я буду Антоном. Ладно, в конце. В конце Маркус выберет имя. Так. Какая чанга? Какая чонга? Сам ты гусь! О, так. Заяц, ты опять? Заяц? Я сказал, что Total Drama следит за тебя. Нет, это не Total Drama. Это я, волк, слежу за тобой. Пока. О, давай мы спросим у зеркала. Да, всю правду. Это не зеркало. Это гном. Свет мой, зеркальце, скажи. Да, всю правду доложи. Где имя надо назвать? Чего тут смешного? Эл, бабка. Давай еще раз. Свет мой, зеркальце, скажи. Да, всю правду доложи. Где называют имя? На Бали? Кушают яблоки? Ха-ха-ха, оно отравленное было! Еще раз. Свет мой в зеркальце скажи, да всю правду доложи, где имя? Имя находится вот где. Капитана Рунги. Да, Виктори. Значит, победа это Виктори. Значит, по-русски это Виктор. Витя. Будешь Витей, Витьком? Да. Виктор. Хо-хо. Крутая идея. Значит, у нас какие варианты? Дима, Виктор. Какие еще были? Дима, Дим Димыч был, Жан был, Ирвинг был. Так, очень хорошие. И Виктор. Итак. Я напишу тебе имя. Сейчас, давай. Секунду, я напишу. Давай, выбирай, Буратино, выбирай. Напиши мне имя. Что? Я не Гвен, я мальчик. Кто написал Гвен? Я, Буратино. Ты чё, мальчиков от девочек не отличаешь? Ты был всюду Гвен. Ужас. И где эта Гвен? Как она выглядит вообще? Это не Гвен. Вот Гвен, это Гвен, да? Да. Ну я же не черный. Кто меня таким нарисовал? О. Там в башне живет принцесса, наверное, да? Или Фиона. Фиона, я побежал спасать. Ой. О. Всю башню разрушили жулики. Ну все, пока.